мы встретились впервые, а это первый наш выезд совместной компании. Ребята все крутые, и я ловлю себя на мысли, что сколько бы я ни ездил на энергию, не иссякает то количество креативных ребят, которых я встречаю. У нас каждый день менялась картинка перед глазами. Наверное, даже не каждый день, а каждых там 3-4 часа. Очень много, на самом деле, знакомых лиц, несмотря на то, что да, компания только объединилась. Но я понимаю, что те ребята, с кем я ездил ранее, они не потеряли хватку. Поэтому эти люди, это, наверное, в определенной степени лидеры на сегодняшний день в компании. Я, наверное, только вот недавно узнала, что часть людей, с которыми я общался, это директора по продажам региона. То есть настолько открытые, настолько простые в общении, там ничем не отличается от остальных здесь присутствующих. И в то же время ты вот общаешься с людьми, которые близки тебе по духу. И вот это вот, да, классное приключение.